Сегодня мы с Михаилом будем делать тесто для лепки, не хуже, чем плейдо. Для этого нам понадобится мука, соль, лимонная кислота, вот такая краска для яичек и растительное масло. Сейчас будем готовить. Так, нам понадобится стакан муки. Пол чайной ложки лимонной кислоты. Вот что мы делаем. Все там перемешиваем. Добавляем еще столовую ложку растительного масла. И теперь мы берем пол стакана кипятка. Миша, открывай, пожалуйста, краситель. Какой? А вот у Богданчика, который. Вот. Давай, ножки. Вот и на. Я ловлю. На, открывай. Я гиваю. Я гиваю. Боже, и я можно. И Боже тоже. На. А я буду высыпать. Не, нам надо чуть-чуть. Угу. Угу. Так, теперь мы сюда высыпаем. Тихо. Так. Можно смотреть, как ты? Расколачиваем. Какой у нас цвет получился. Можно посмотреть, как ты сливаешь? Можно. И теперь мы сюда наливаем. И это все мы перемешиваем. Какой цвет? Оранжевый цвет у нас будет. Это такая пицца? Да. Зеленого цвета? Оранжевого цвета. А потом будет зеленый? Да. А потом будет зеленый, да? Теперь мы берем досточку. Вот. Да. Хорошо. Будем это дальше все вот такой вот у нас пластилин получился. Тесто для лепки. Вот, можно теперь лепить. Так, да. Ну, мягкий. Угу. Так,